Не удивляйтесь, но перед вами всего две участницы группы поддержки московского «Динамо». У коллектива сейчас столько дел, что остальные девушки в количестве аж 8 человек попросту не нашли ни минуты свободного времени. Спектр программ у девчонок из «Динамита» многогранный. Они и на хоккее, и на волейболе, и еще много на чем выступают. Я люблю нестабильность. У нас получается такая работа, вся в сюрпризах. Программа выступлений «Динамита» — это танцы с акробатикой и связками. Названия некоторых движений заставляют улыбнуться. Обезьяна, чесотка, трясучка. Причем многие названия, как и сами движения, девушки придумали сами. Например, вот такое позаимствовано у Лео Комарова. Точно так же 87-й номер «Динамо» в конце матчей благодарит болельщиков. Есть и другие фишки. Когда какой-то опасный момент, то мы крутим помпушками. Ну, как бы мы считаем, что мы так помогаем своей команде. Либо отгоняем соперника от ворот, если играем ближе к нам. Того, что «Динамо» сейчас ходит в чемпионах, сами девушки нисколько не зазнались, но рост числа поклонников констатируют с гордостью. Если в прошлом сезоне на страничке «Динамита» в одной из соцсетей числилось не более 500 участников, то на данный момент их свыше 4000. И цветы на матчах дарят, и записочки передают, и донимают звонками. Телефонные номера мы не распространяем, но иногда они ухитряются каким-то способом узнать и звонят, спрашивают. Впереди у взрывных девчонок самые жаркие дни в году. Помимо всевозможных игр, близится выступление на новогодних празднествах. Главное, совсем скоро они будут выступать не только на домашних, но и на гостевых матчах «Динамо». Красавицы и не думают жаловаться. Главное, всегда вместе, всегда рядом. Хорошее отношение коллектива, оно всегда отражается на работе коллектива. У нас прекрасные отношения, и у нас слаженная работа, мы друг друга понимаем с полуслова. В общем, Питер, Ярославль, Чехов и другие города КХЛ ждите. К вам едет «Динамит». Андрей Бугров, Дмитрий Лузган, Георгий Юрский и фотограф Екатерина Орлова. Все включено.